С 26 по 30 октября по всей Латвии, а также в Даугавпилсе, пройдет неделя карьеры, которую организует Государственное агентство развития образования в сотрудничестве с самоуправлениями Латвии. Учитывая ситуацию с COVID-19, в этом году многие мероприятия недели карьеры будут в основном проходить удаленно, в онлайн-формате. Во время недели карьеры в Даугавпилсе, когда очно будут учиться только ученики 1-6 классов, а учащиеся 7-12 классов удаленно, все учебные заведения будут организовывать для своих учеников уроки карьеры, выставки, а также мероприятия интервью с родителями и учителями. В свою очередь ученики 7-12 классов будут приглашены для участия в онлайн-мероприятиях. Условия в этом году и правда непростые, и с ними нужно считаться. Поэтому мероприятия будут проходить как на месте, так и удаленно. Как известно, по правилам очно разрешено учиться 1-6 классам. Там школьные карьерные консультанты и учителя разных предметов организуют мероприятия своими силами. Классные часы, выставки рисунков и другие идеи. Все то, что можно сделать внутренними ресурсами школы. Что же касается удаленных мероприятий, то тут нужно сказать спасибо нашим партнерам. Латгальской центральной библиотеке, молодежному отделу Думы, строительному техникуму. Они сумели оперативно организовать разные события, онлайн-дискуссии на порталах и в соцсетях. Удаленно также можно будет участвовать в мероприятиях Латгальской центральной библиотеки и ее филиалов, где желающие с помощью специальных видеороликов смогут узнать о профессиях, представленных в библиотеке, и особенностях карьерного роста в цифровую эпоху. Посещая библиотеки индивидуально, также можно будет участвовать в конкурсах, посещать литературные выставки и знакомиться с различными полезными ресурсами. Специальными мероприятиями недели карьеры станут онлайн-дискуссии 27 и 28 октября в Facebook-профиле Государственного агентства развития образования «Тавай карьерой». Мероприятие во вторник предназначено для учителей, карьерных консультантов и родителей. В свою очередь в среду будет организован онлайн-мероприятие для молодежи, в котором примут участие эксперты по вопросам карьеры и известные в Латвии предприниматели. Аналогичный формат предлагает и молодежный отдел Даугавпилской думы. Дискуссия о карьере состоится 28 октября в 2 часа дня в Facebook-аккаунте молодежного отдела. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.